Небольшой вам спойлер вот такой. Вот смотрите, сколько из этой коробки битых дисплеев. Просто каждый второй. Тут, кстати, еще он, перчатка с шерстью какой-то, шерсть, волосы. Все битые дисплеи вообще просто в пакете. Вот пачка лежит вся, все битые. Ну, все дисплеи в куче снизу сыпаны. Конечно, им хана всем будет. Вроде целый. Тоже непонятно, что это такое. От чего они? Хоть бы подписали, что ли. Ну, в принципе, я когда дома разбираю, там свои, у меня тоже куча дисплеев есть. Я-то понимаю, что откуда. И человек, видать, понимал, просто в определенный момент просто сбагрил все и все. Может, там, не знаю, ух, ни хрена себе, тут смотрите. Обалдеть. Все самсунговские. И, кстати, с пленочками, вижу, есть. Значит, возможно, что и новые есть. Тоже разбитый. Тоже разбитый. Целый. Блин, либо да, либо тоже раздавленный. Либо скидали все мне. Говнище. Тоже хана ему. Тоже бэушный. Ну зачем вот его засовывать в пакет? Только если он, конечно, рабочий. Ты-то я не знаю, что это вообще такое. Тут что-то написано. По виду как целые. Непонятно. Короче, смотрите, вот это все битые дисплеи. Вот представьте, сколько могло бы быть целых. Охренеть тут их. Это с чего? Пакет такой, считай. Samsung. КТК-750. Обычно их так загинать вообще нежелательно. Они перестают потом функционировать. Вот тоже раздавленный. Полосы по дисплею. Хотя, может быть, нет, это может быть на пленке. Да, дисплей целый, это на пленке. Поэтому я говорю, что многие надо будет перепроверять. Ну, там есть явные, которые видно, вот, допустим, как здесь. Вот видно, что трещина внутри. Не знаю, что это. Но он раздавлен. Вот видно, трещина. Будем все смотреть, еще перепроверять. Ты вообще не знаю даже с чего такое. То, что там написано. Ну, Siemens C75. Вполне возможно, я не разбирал его, не знаю. Блин, мне даже сюда страшно лезть, этот угол, потому что здесь, по-моему, всему хана просто. Вот. Это что у нас? Вроде целый. А вот под ним сразу битый лежит. Сразу видно. Вот, ему прям определенно хана. Тоже раздавленный в пятно. Охренеть. Вот. Битый. Какой не достаешь. Вот все битые. Битый. Вроде целый. Лучшая реклама Почты России. Вот, видите, смотрите, пакет мокрый. Вот они все внизу сырые. Там получается вода 53.10. Оригинал вроде бы, ну. Мне кажется, что он дохлый будет. Я, конечно, проверю его. Липуська такой. Вроде целый. Охренеть, они меня чё, блин, его с Белгорода этот пешком пинали, что ли, эту посылку, что она так намокла и все дисплеи разбитые. Вот вроде целый. Вот этот я вижу уже разбитый, по-моему. Да хотя не. Вроде бы целый. Зато такое говно выжило. Непонятно. Даже не знаю, что это такое, с чего он вообще, он тоже разбитый.
тычок, хана ему. Ну, понятно. Без комментариев. Вот вообще, да, зачем он нужен? Что с него взять? Тоже вот раздавленный. Тоже. И тоже человек отправил меня. Чего ты не мог коробку нормально упаковать, что ли? Что за идиотизм вообще? Вот, смотрите. Видно, что ему хана. Вроде целый. Блин, я даже боюсь этот пакет скрывать. О, батарейка даже есть. Фига себе, как ей поплохело. От пачки прям сыростью воняет. Ну, от пачки, от коробки. Ой, давайте скроем, посмотрим, что здесь. Вроде целый. Sony Ericsson. Вот. Этот разбитый. 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 Разбитый тоже. Послепались. Вот видно трещина. Целый вроде бы. Вот разбитый полоса. Вроде целый. Целый. Разбитый. Тоже разбитый. Разбитый. Оторванный шлейфа. Блин, походу в этот. Походу так он все был. Он разбитый. Мне кажется, это ни хрена не почта. Разбитый. Блин, не видно. Трещина. Это ни хрена не почта. Он тоже разбитый, он трещинка. Вроде целый. Только. А, ну может через шлейф. А, ну вот наружный. Или целый. Это вроде целый. Вот смотрите, большая часть из них разбитая. Мне кажется, это тупо меня поимели. Так. Вот видите, сырое. Надо его побыстрее доставать из пакета, потому что... Вот смотрите, разбитый. Тоже разбитый. Это похож на N95 или 6. Шлейф бэушный. Вроде как целый. Тоже похож на целый. Сейчас отклею этот задний. Ну и этот вроде целый, но они мокрые уже и пропитались водой. Ах, так, это что у нас здесь? Это у нас здесь битые все дисплеи, надо их в кучу убрать. Разбитый. Вроде целый. Шляпа какая-то. Тоже шлейф подключения оторван. Зачем он в пакете нужен? Зачем? Вот разбитый лежит. Второй потом проверю позже.
Не пойму, от чего это такие маленькие? Напишите, кто знает. Непонятно. Ну-ка, давайте еще с края посмотрим этого. Прям вода. Блин, вроде бы как целый. Там хрен его знает. Целый. Сейчас, как обычно, начнется. О, с моторолки. Включишь телефон с этим дисплеем. Не знаю, с чего это. Выглядит как целый. И начнутся у тебя полосы, мерцание, всякая хрень. Смотрите, охренеть просто. Именно дорогие модели, все разбитые дисплеи. Ну не может же быть такое совпадение, не может. Вот на всякую шляпу, типа Sony Ericsson, все вообще прекрасно, красота. Вот смотрите, достаю Nokia, раздавленный. Второй, по-моему, тоже. Отложу пока в целый его. Не знаю, но этот вот прям видно. 100% ему хана. Это что, вот смотрите, Nokia опять раздавленный. Sony Ericsson опять чистый, целый. Тоже хрен его знает, что это такое вообще. Вроде бы выглядит как целый. Битые. Да, один битый. Иди нахрен отсюда. Этот. Блин, ну. Надеюсь, это полосы на пленке. Положим как целый. Я говорю еще раз, это придется все проверять еще неоднократно. Вроде бы целый. Эх, целый, но мокрый. Плохо показывает. И зачем он здесь нужен, если он плохо показывает? 73-70. У меня как раз, кстати, лежит разобранный. Я его подкину, проверю. Вот разбитый. 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 Целый. Сырой. Охренеть, он мокрый. О, там походу воды снизу. Смотрите, он прям вообще набрался воды. Надо его по шустрику куда-то выгрузить. Потому что им, по-моему, всем там хана сейчас придет. Так, сейчас опять всякие прервусь. Посмотрю, что там воды, сколько. И сразу включусь. Так. Написала я человеку, что, говорю, типа, получил посылку. Но, говорю, все экраны разбиты. Ну, там, по-любому, больше 40 уже. Я ему так и написал. Что, говорю, больше 40 дисплеев разбито. Так я, говорю, только начал смотреть. А, типа, указывали вы мне, что битых нет одного дисплея. Сейчас я уже жду ответа, что он мне скажет, что это транспортировка, все дела. Я вообще не виноват, он разбитый. 100% вот. Разбитый. Разбитый. Ну, прям видно. Вот, разбитый. Ты еще не знаешь, что. Вот, ну, вроде целый. Не знаю, отложу. Потом посмотрю. Я ему написал. Там дальше пусть сам думает. Это знаете, как этот? В ВК есть группа. Там телефоны продают. GKP 500. У меня когда-то такой был первый сенсорный мой телефон. Офигеть от этих шлифов. Вернее, сенсоров. Написал, короче, как-то я купил. Эх, как это сейчас забился с мысли? В группе, короче, ВК нашел, покупал телефоны раньше там на запчасти. Там часто у меня ролики были об этом. Там прям не как у меня группа, что там пишешь там запчасти, ищешь там такое, а чисто там по продаже телефонов. Он чисто продажами занимается, ну и запчасти. Купил я, короче, у них дисплей, клавиатуры, там всякую хрень. И получил, пишу им, типа, так и так, ребята, говорю, здравствуйте, говорю, на 3250 дисплей, короче, не светится.
на 3320 Nokia вообще не загорается дисплей. Он пишет, типа, я рад. Я вообще расстроился, говорю, в смысле? Он, ну что ты хочешь? Другому пишут, типа, о, разбитый. Другому пишет, ты знаешь, что ты хлам брал, короче. А как ты понимаешь, что ты хлам берешь? Цена, допустим, у дисплея, да, там, этот, 250, там, 300 рублей. И как ты понимаешь, что это хлам? Я от этого не понял юмора. И он мне так и написал, типа, я рад, все, что я тебе, типа, могу сделать? Возмещать я тебе ничего не буду. Но я не попросил никакого возмещения, я там просто, ну, думал, там, хоть скажет, там, типа, извините, там, бывает такое, все, такое, всякое. А этот просто, типа, я счастлив, что ты хочешь вообще? Ради бога. Вот это я, похоже, на 53.10. Если будет целое, то это будет вообще офигительно. Нет, это не с него. Это какой-то другой. Это не Express Music, не знаю, что это. О, блин, вот этот мне дисплей как раз нужен был бы на Nokia. И ему хана. Только недавно говорил, что у меня телефон лежит. И почему-то дисплей навернулся на нем. Они попромокали, вот смотрите. Просто писец. Непонятно. Положим к целому. Надеюсь, что он будет целый. Тоже, смотрите, шлейф оторван. Вроде целый. Нормально, да? Классно. 6233 дисплей. И к нему прилагается отдельно кусочек шлейфа. Типа, дособери сам. Ну, мне кажется, большинству... Хана. Так, клавиатура, зачем ты мне ее положил вообще? Выкинул бы ее нафиг, он у него лоты там лежат со всяким шлаком. Вот надо было туда его выкладывать, нахрен ты мне его прислал. Это Motorola. Ну как Motorola? Корпус от V3 и V3i. Нафиг они срались, у меня новые лежат. Корпуса на него. Вроде целый, не знаю, что это такое. Вот вообще вода прям там. Снизу тоже вроде целый. Разбитый и сырой. Что это такое? Все разорванное, ё-моё. Что это? Расслоилось. Это какой-то Sony Ericsson, по-моему, да? Смотрите. Блин. Вот. Это Sony Ericsson какой-то. Ну, ему явно задница. Все в воде, обалдеть. Сейчас я зафоткаю, ему отправлю. Вся размокла вообще. Просто вот. Рвется вся, и вот на полностью вся сырая снизу вообще. Сейчас дом занесу, рассортирую и с вами свяжусь. Так, и что у нас получается? 244 рабочих, это вот здесь. Ну, как рабочих целых. Я здесь парочку подкинул. Нокиевских. Вот таких вот. Видите, тут какие-то полосы есть, хрен его знает. Вот они не хотят работать. Так, 31 у нас под вопросом. Это вот эти. И еще тут сверху лежат. И нерабочих у нас 178 штук. Это вот здесь вот. И в пакете. Вот там вот их куча, короче. 178 нерабочих и 244 рабочих. Ну, как рабочих, визуально целых. Плюс еще, я не считал, это шлейфа, всякие там эти, потому что здесь попадаются, типа, такие вот джойстики и всякая такая срань. Я еще их не считал, не смотрел, потому что коробку поставил сушиться на батарею. Она вся промокла, я то, что смог, достал, а остальное находится в запечатанном виде, как типа вот эти вот. Я прямо у себя в комнате разложился. И, короче, сушу, смотрю. Ну, обидно, конечно, за дисплей. Написал продавцу. Он сказал, что я сам виноват, что плохо посмотрел. Туда-сюда. Ну, в принципе, я согласен. Я говорю, с виду-то я гляну, что шлейфа лежат. Говорю, вроде бы целые. А проверить-то как я проверю?
Говорю, дисплей-то снизу лежали. Ну, он типа, ты виноват, туда-сюда, ко мне никаких претензий. Вот. Что хотел сказать по этому поводу, видите, здесь есть такие вот, по ним вопросы есть у меня. Поэтому я пока их под вопросом и держу. Я их не считаю ни к плохим, ни к хорошим, потому что есть где-то точка, есть где-то полоса. Они, в принципе, могут быть рабочие. За неимением рабочего, мне кажется, и такой будет хороший. Но если он, конечно, будет работать. Так, у нас прямое включение из сортировки. Что у нас из интересного? Это три шлейфа на Sony Ericsson. Motorola V3i. Вот. Какая-то еще Motorola U6. Так, я тут, кстати, еще пакетики перекладываю и подписываю. Вот еще один шлейф. Тоже новенький вроде бы. Но это V3. Обычная. Так, здесь еще куча. Здесь куча всего нового. Очень много на Nokia интересных. В особенности два нашел. Это N95 8 гигов и N95 обычная. И куча Samsung, Sony Ericsson новых. Так что, мне кажется, это уже все окупило себя. Очень много раз. Вот это вот все новое. Все в пачках. И еще вот сколько всего, еще не перебрал. Прикиньте, сколько. Какие хочешь. Ну что, еще раз вас приветствую. Не знаю, какой у меня день. Я тут каждый день после работы сижу, перебираю. И после прошлого ролика, то, что я выложил про эти корпуса и всю эту фигню. Корпуса опять. Почему корпуса? Говорю, блин, привык корпуса покупать. С этими шлейфами, дисплеями, короче. И знакомый предложил мне, ну, почти в два раза больше, чем я потратил. Говорит, готов все забрать. Я так думаю, скорее всего, я ему и отдам это все. Почему нет? Тут смотрю, много мусора. Прям у меня там ведро стоит. Потому что я перебираю. Вот те вот две коробки, три даже, уже полные. Там и шлейфы, и дисплей. Вот так полная дисплеев. Попробовал, подкидывал дисплей на Nokia 7373. Короче, они мерцают, моргают. Я не знаю, они походу не рабочие просто и все. С человеком списался этим, у которого купил. Он мне типа, что ты хочешь, там туда-сюда, ты видел, что ты брал, ты на почте проверял. Я говорю, я не знал, говорю, а, ну ты видел, что мокрый, зачем ты взял, мне бы тогда тоже возместили бы туда-сюда. Я говорю, ну... И, короче, что, 6 дисплеев я вот таких проверил, 6 или 7. Подкинул, короче, они мерцают, моргают. Ну, короче, как я понял, это шлак. Большая часть шлейфов запечатанная. Тут писец их сколько, короче. И человек предложил два раза больше, говорит, попробую собрать. Я единственное сейчас рассортирую, что к чему. Вот, допустим, на 60... Как она? 6131 Nokia. Ну вот они, короче, сверху лежат у меня три штуки. Вот. Хочу один попробовать подкинуть. А так, в принципе, он все заберет у меня. Я думаю, скорее всего, я отдам их. Пусть сам там смотрит, мучается, что хочет. Хотел показать, здесь, наверное, я уже не найду. Там прям новые гнезда Nokia в пачке. Упакованные прикольно, вообще мне понравилось. Ну а так, что, еще один шлейф, это от Nokia N96, по-моему, или N95, я не знаю точно. Похож больше на N96. И уже еще больше насобирал пачку этих сенсоров на Samsung. Ну, такого типа. Очень много их здесь, я не знаю, ну, наверное, штук 15, может, даже больше будет. Очень много бэушных к Моторолке V3. Этих подложек. И вот тут еще лежат они. Еще и не все даже выбрал. Вот, кстати, новые эти поприлипали. Называют а динамики. Ну, всем спасибо. До скорых встреч.